То же самое и у мужчин 64 искусства есть, которое ему необходимо тоже для полноценной семейной жизни и для успешной эволюции. В ведах пишется. Первое – это умение осознанно действовать в соответствии с заповедями предков, законами своих богов и волей прародителя. Второе – устремленность к обретению качеств знания. Там, мы уже перечисляли, что есть 21 пункт знания, и он должен ими обладать. Третье. Знание ведических писаний. Четвертое. Умение переносить свое сознание в наве, клубе, коловье и в дивье тело. Пятое. Знание копного права и умение доказать свою правоту. Шестое. Умение контролировать свои чувства. Седьмое. Умение управлять жизненной силой и центром хара. Восьмое. Умение упорядочить свою семью и общество. Девятое. Умение обучать супругу. Десятое. Умение определяться на местности. Одиннадцатое. Умение общаться со стихиями природы. Двенадцатое. Умение пользоваться своими космами и бородой. Тринадцатое. Знание народных обычаев и исполнение обрядов по заветам предков. Четырнадцатое. Знание основ звездочтения, благоприятных и неблагоприятных дней. Пятнадцатое. Чистоплотность. Шестнадцатое. Умение делать различные массажи, поддерживать долголетие и здоровье. 17. Знахарское лечение, траволечение, заговоры, лечение жизненной силы и так далее. 18. Обладание честью и достоинством, умением защитить себя, свою семью, род, народ и отечество. 19. Знание различных видов боевых искусств. 20. Совершенство в искусстве ресталищных игр, военной стратегии и тактики. 21. Опытность во владении различными видами оружия, ловкость и сноровка. 22. Умение пластично двигаться и выполнять танцы, приемы рукопашного боя. 23. Умение изготавливать различные виды оружия, снаряжения и инструмента. 24. Умение проектировать и строить, знание символики жилища. 25. Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения. 26. Умение быть собранным в любом обстановке. 27. Умение четко и красноречиво излагать мысли. 28. Знание различных характеров. 29. Знание игр, развивающих мыслительные способности человека. 30. Знание различных игр наспор. 31. Знание лукомыслия и умение обмана. 32. Умение ввести в заблуждение соперников. 33. Умение угадывать задуманные числа, имена, предметы, словосочетания и так далее. 34. Знание игр, основанных на угадывании. Это загадки, головоломки, шарады, прятки и тому подобное. 35. Ведение хозяйских расчетов, знание мер веса, объема, плотности и тому и так далее. 36. Знание системы налогов. 37. Умение договариваться и вести дела. 38. Умение распознавать качества, способности, состояние и намерения человека по его походке, движениям, жестам, мимике и позе. 39. Умение распознавать состояние человека по его почерку, красиво и грамотно изъясняться письменно. 40. Умение передать с помощью живописи, рисунка, ваяния, гравировки, чеканки, ковки, литья, резьбы по камню и дереву свое состояние и восприятие окружающего мира. 41. Знание свойств камней и умение ими пользоваться. 42. Умение разгадывать сны и толковать приметы. 43. Составление гирлянд, венков, букетов и знание их скрытого смысла. 44. Умение изготавливать из глины строительные материалы, утварь, предметы обихода и игрушки. 45. Изготовление тканей из пряжи и различных материалов. Изготовление и украшение одежды, знание сокровенного смысла узоров и характеристики изделий. 46. Приготовление красок, окраска ткани, пряжи, одежды, утвари. 47. Поварское искусство и приготовление напитков. 48. Знание декоративных растений, использование их в быту и питании. 49. Умение получать в поле, саду и огороде хороший урожай, сохранять его и делать пищевые заготовки. 50. Знание животноводства. 51. Общение и игры с животными, их обучение, внушение необходимых действий. 52. Знание сказов, сказок, былин и преданий. 53.
Сочинение стихов, песен и их исполнение. 54. Знание благоприятных и неблагоприятных ритмов, размеров, мелодий, их воспроизведение на различных инструментах. 55. Умение жонглировать различными предметами. 56. Владение и управление половой силой. 57. Умение раскрутить супруга вихрь половой энергии достаточной мощности для зачатия аристократа. То есть аристократ – это арий в 100 крат. И боярина. То есть боярин – бояры, то есть светлый, просветленный, мудрый, сильный, мужественный. 58. Управление половой энергией с ее, и ее единение с энергией супруги в различных любовных позах. 59. Знание искусства любовных ласк и игр. 60. Умение удовлетворить супругу и доставить ее наибольшее удовольствие. 61. Знание сокровенного смысла женских нарядов и украшений. Умение преподнести их своей супруге. 62. Умение не огорчать супругу. 63. Знание ласковых слов и умение ими пользоваться. 64. Добросовестно исполнять предписанные обязанности перед родом. Но обязанности основные мужчин – это состоит выполнение своего долга перед родом. И все вот эти 64 искусства ему не только позволяют иметь счастливую семейную жизнь, но и позволяют ему полноценно проходить эволюционное развитие в человеческом царстве. Когда он достигает всех вот этих искусств, качеств, то тогда его эволюционное развитие идет в полной мере.